Привет, друзья! Эксперимент по просьбе подписчика. Что если Нептун упадет на Уран и по ходу своего столкновения с Ураном столкнется с кольцами Урана, его спутниками? Сейчас мы все и увидим в подробности. У нас Universal Sandbox 2. Сейчас мы увидим подробное столкновение удивительных планет. Вот, пожалуйста, Уран. Уран с кольцами. Интересно, Уран 25 362 километра в радиусе. Его кольца, спутники тут вращаются. Я установил Нептун, столкновение с Ураном. Нептун у нас 24 622 километра в радиусе. Немножечко поменьше, незначительный так у нас Нептун. Чего нам долго ждать? Хочется уже увидеть весь этот исход. Интересно, как повлияет у нас кольца. Все, пошло вращение. Нептун у нас летит, летит. Конечно, может быть колоссальный просто выброс энергии при таких столкновениях газовых гигантов. Вот, я уже вижу, что кольца растягиваются. Нептун притягивает вот кольца. Вау, что там наверху у Нептуна рвануло. Упало, упало. Наверное, спутник, скорее всего, упал. Летит, летит Нептун. Попутно сшибая у нас кольца. Даже спутники вон летают. Незначительные, конечно, по 35 километров. Ну, это не совсем прям спутник, конечно. Врезается Нептун. Тут есть помассивнее, более большие спутники. Ну что, у нас пошел процесс. Вообще, обычно тут у Урана и Нептуна минусовая температура. Сейчас Нептун 2000 градусов по Цельсию, 1000 градусов у Урана. Вот такое вот слияние происходит. Невероятный выброс энергии, нагреваются газы до огромных просто температур. 1200 градусов по Цельсию, 2200 у Нептуна. Серьезное очень столкновение в космосе, такое случись, я думаю, Солнечная система пострадает наверняка. Выброс прям энергии, газ, раскаленный газ выбрасывается в космос. Вошел Нептун. Меня почему-то показывает, как будто он еще есть. Все, уже не показывает. Фрагменты. Вырезается кольца даже в Уран уже. Вон, остаточно все. Все, конечно, позбивалось тут. Планетарная, можно такая сказать, система Урана. Частицы, фрагменты. Все, что можно сказать, при столкновении еще плюс испарение, пошло газов. Нагрелись очень колоссально. Осталась, можно сказать, газовая такая оболочка. Выброс Нептуна. Урана 1300 с лишним градусов по Цельсию. Кольца у нас улетает куда-то в сторону. Выбрасывает. Газ опять падает. Какой-то отталкивается, какой-то втягивает в себя Уран. Сейчас все это попадает на планету. Пятно, конечно, невероятное после столкновения. Вот это да, поглощает у нас. Смотрите, что стало. Бьянка. Спутник поглотил энергию. Растет просто, как на дрожжах. 1500 километров уже в радиусе. Бьянка, вот это да, смотрите, он становится как газовый гигант. Невероятно, что становится с поглощением вот материи, космической пыли. Растет, продолжает расти, уже 2000 километров в радиусе набирает. Что у нас еще? Еще у нас растет один Росалинд.
Тоже растет, получает. Да, тоже растет. Росалинт у нас растет. Представляете этот эффект столкновения? Что сделал? Еще у нас срастет один объект. Еще один спутник. Шикарно все смотрится. Я просто в шоке. Невероятное. Разматываем побыстрее еще у нас время. Бьянка, например, затянет или нет? О, распад пошел Бьянки. Видимо, ну, магнитное поле Урана тоже влияет. Да, у нас рост объектов прям невероятный. Прям мгновенно все произошло. Сейчас, наверное, будет их разрывать, можно сказать, на части. Уран своим магнитным полем. Вау, вау, вау. Да, меньше стало камнем, обратно стало. Разорвало. Уран. Слишком массированный космический объект, планета. Что разрывает остальные у нас объекты. Ну, меньше Земли, конечно, они были. Так вот у нас интересно происходит. Все летает, тут кольца вокруг отталкиваются. Орбита Урана сбилась. Что у нас с Ураном? 1300, ну пока не меняется, но раскалился, конечно же. Ну долго, чтобы не ждать, я сброшу температуру на Уране. Чтобы вы все видели, вот так я сделаю. Не уничтожили, конечно, мы. Уран наш, такой у нас страшный уран стал. Разбросало после столкновения газы. Да, вот такой у нас вышел эксперимент. В этом выпуске спасибо подписчику за предложенную идею. Смотрите, какой внешний вид Урана. Увидимся уже скоро. И следующие будут эксперименты по просьбе подписчиков обязательно. Спасибо всем за просмотр. Всем здоровья, всем удачи. Не болейте. Пока.